Федеральная служба безопасности Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел и Следственным комитетом Российской Федерации продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в отношении сторонников радикального сообщества МКУ, созданного находящимся под патронажем украинских спецслужб гражданином Украины Егором Красновым 2000 года рождения. В результате скоординированной работы задержан житель Тверской области 2003 года рождения, осуществлявший по указанию Краснова пропаганду идеологии массовых убийств, вовлечение в сообщество новых членов, а также подготовку террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры. Меня задержали ФСБ. За что? За участие в МКУ. Украинская нацистская организация, созданная в 17 году жителем Украины Егором Красновым. Я действовал под руководством Егора Краснова. Я занимался модерированием интернет-каналов в Телеграме. Мы привлекали, в том числе несовершеннолетних, к нападениям. Егор Краснов хотел провести серию крупных терактов. Где? На территории России. Целью этих терактов было устрашение населения, чтобы МКУ все боялись. Преступная деятельность подтверждается признательными показаниями задержанного, выявленной в его средствах связи перепиской в мессенджере Telegram с Красновым, а также осмотром изъятых у него предметов и документов, в том числе инструкций по изготовлению самодельных взрывных устройств. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.1 «Участие в экстремистском сообществе» и части 1 статьи 30 части 1 статьи 205 «Приготовление к террористическому акту». В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. В отношении Краснова дополнительно возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.1 «Организация экстремистского сообщества». Операция проводилась при участии сотрудников УФСБ России по Тверской области.